Давай мы сразу, ну ты выставляй, замерим расстояние на этих пружинах. Так, ну вот сейчас у нас получается, 245 до диска, да? Так, здесь у нас 235 до диска. Но 375. Вот так. Так. При отпущенной. Ну, 335. Справа, а слева. Ну, 330. Скажи, это вот что, это уже проставка? Не, не проставки, просто резинки. Просто резинки, они должны быть? Угу. Так, смотри, одна сторона у нас такая, а другая заплющена. Ну-ка, поставь рядом. Вот разница на 10 сантиметров. Фактически. На два витка. На два витка? Угу. Может, нам 1,5 витка придется резать? Давай поставим, посмотрим. Вот, я что и хотел. Амортизатор. Вот, полностью отпусти его, пожалуйста. Сколько у нас в расслабленном он будет? Вот он полностью, полностью отпущен. Отпущен, да? Так, это у нас по центрам 520. А если 300? Ну, 320 где-то. Что сейчас хочешь срезать? Не, я не знаю. Смотри, вот здесь 400. У него 525 максимальная. Хватит амортизаторов? Ну, должно хватить. Должно если хватить? Да, если она поднимется, ну, как бы, приедете, как бы, раз проезжаешь, эти бок. Да. У нее еще останется зазор, получается. То есть, свободный ход, да? Должно быть. Ну, давай попробуем, давай поставим тогда. 383, они почти новые, блядь. Я просил просаженные. А что они как бы это, срезали? Ну как, кто-то срезает, но потом жалуется, что они очень быстро просаживаются. А-а-а. Вот, металл, а кто оставил сразу просаженные, да, потому что металл отечественный. Кто оставил сразу просаженные и ездит довольный. Ну да, есть они как просажены, но как бы есть еще короткие такие же. Есть короткие. Же опускают там. Да, да, есть такие короткие, тоже ставят. Что, не впендюривается? Тулочки на 40. Сколько там в родных осталось? О, 300. В родных осталось 300. Пытаемся впендюрить на 380. Эти у нас сколько? 13. Ну, 13. И эти также
13. Ну, тут витков получается, считается первый, да? Раз, два, три, 4,5 витка. Mm. А здесь? 6. Ну, 6,5? Mm. Амортизатор пострел рабочий, хороший, да? Mm. Он же здесь новый вроде. Мы их не меняли же вроде. Я как нормально работает. А где она должна в пазы сесть, покажи мне. Это вот здесь вот, да? Угу. Это резинка должна быть, ну, резинка есть. Выставлена. И этот должен быть, да? В большинстве машин тоже приходится их стягивать? Да. А этот ставил я на санё. Тоже как от Нивы вроде. Домкрат. Другой там маленький. Одна, значит, родная, просевшая до 30, вторая 38. 29. Здесь 26. Правая больше просажена. Тридцать. Просаженная правая. 29. Да, вот она, вот этот сантиметр вылез. А, так, с одной стороны. Он поудобнее. Тот посередине нужно крутить, а этот вон отсюда. Сейчас приустановлены пружины. Получается 53,5. Это максимальный вылет, и у него уже нет запаса хода, да? Ну, это одно такое, он уже поднял ее. Угу. Рычаг продавлен, с этой стороны она из этого не дает. Тяга Панара? Так вроде называется, да? Ну и все, встали как родные. Так, вот этот не должна примыкать сюда? Да, нормально, сейчас стоит. Нормально. Вот, теперь у нас немножко приподнято, значит получается, что сюда можно будет воткнуть колесо чуть побольше диаметра, да? Ну, так-то да. Вот. И за счет этого мы сможем поднять, то есть сантиметра на 2 еще, да, если воткнуть колесо побольше. Что называется гражданским лифтом? 330 с копейками, короче. До ввода. А слева все равно длиннее. Я сейчас давай. А теперь ровно. Вот так, 335 получается у нас на вылете.
Теперь у нас получается вылет 30 справа. Слева. Че, 31 что ли? Ну так как бы там в резинке, может там пружина как-то еще полностью не села на место. Можно просто как бы поедить, потом как бы можно. Ага. То есть еще может сесть, да?